Очень вас прошу не задавать мне вопросов по поводу новой Диминой любви. Ничего вам по этому поводу не скажу. Потому что я никогда в жизни о людях не говорю плохого. Никогда. У меня нет Коли никаких обид. Скорее наоборот. Благодарность. Мне не жалко Олю, я ее предупреждала об этом в свое время. Вот так. Тяжело было. По поводу Насти я ничего не говорю. Я вам уже сказала, что никогда в жизни о людях негативное я не говорю. Если я и говорю какое-то мнение, то оно всегда будет позитивным. Либо я его просто умалчиваю. Честно скажу, по поводу последней песни Оли... Мне понравился клип, мне очень понравилась она, там особенно красивая красная шляпа, она молодец. Но голос человека, который болен гайморитом, ну простите, ребята, ну вот хорошо к ней отношусь, но по поводу голоса, ну надо подтянуть, серьезно. Да? Ты Ольку обижаешь! Я Ольгу вообще не обижаю, сказала, она в порядке, только голос надо подтянуть. Ольгу трогать не надо, а она звезда. Оля звезда, да. Нет, мы с Олей не общаемся. Но следим за ее творчеством.